Украина, Харьков, добрый день. Сегодня понедельник, 27 июня, 15:28. Короче, маленький лайфхак. Видите, пластмассовые такие судочки я купил. Вот такой толщиной, можно больше. Вот, крышечкой. Все, ягоды получаются цельные, не слипаются, ничего. Смотрите, какие вот они красивые. Также можно из клубника сделать, только поглубже взять. Можно кушать они зимой. Ребенку захочется клубнички лета. Достали, положили в тарелочку. Как мороженое. Можно сахарком посыпать, слеготухи. Вот такие получились тверденькие. Сейчас я в кулечки пересыплю, чтобы больше места. А сюда заморожу еще черешню. А сюда клубнику купил 2 килограмма. Черешни и клубники сейчас буду пересыпать в маечки, кулечки расфасовываешь, делаешь плоские, на вот компот варишь, допустим, грамм по 100, по 200, и закидываешь, разрываешь просто кулек и туда закидываешь, делаешь ровными слоями, набиваешь и делаешь ровно, так они больше влазят. Все, вот такие ягоды получились хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, твой навсегда, пишите комменты, жмите на колокольчик. Всем хорошего дня и хорошего настроения.